В рамках партийного проекта «Культура малой родины» денцовские единороссы встретились с участниками спектакля «Рождественская сказка», который прошел в Нарасановской детской школе искусств. Его подготовили ученики школы и воспитанники Центра развития «Истина». Проводить совместные культурные мероприятия давно стало доброй традицией для школы и центра. Ребята с удовольствием репетируют, делают декорации и, конечно, выступают перед публикой.